На ремонте вот такая стиральная машинка LG, модель WD-8008C с нередкой поломкой, крутится, стирает, но не отжимает. В каком смысле? Не разгоняется, нет высоких оборотов. Просто туда-сюда крутит, полоскает, стирает, всю функцию выполняет, но не разгоняется, чтобы откручивать, ну, чтобы выжимать. В таком случае часто это вопрос щеток. И это самый лучший вариант. Ну, то есть поменял щетки и все, будем смотреть. Она ко мне пришла уже такая без крышки, потому что хозяин уже пытался чего-то посмотреть, что-то сделать. Для того, чтобы определиться, переворачиваем на бок. Я вот постелил такой коврик, чтобы не поцарапать. И просто берем, переворачиваем вот туда, в ту сторону влево. Перевернул я стиральную машинку. Вот у нас электродвигатель. Щетки вот. Самый лучший вариант — это когда щетки поменял и все. Откручиваем, я с той стороны уже открутил, с этой стороны почти открутил, да, открутил, и вот смотрите, что получается. Щетка вот в таком состоянии, а должна быть вот такая, еще 2,5 сантиметра, она такая длинная у стиральных машинок. Они разные бывают. Контакт вот этот снимаем и заказываем такую же, такие же щетки комплект. Значит, они разные, тут по креплению, здесь видите, так ровно расположены отверстия, бывает одна выше, другая ниже, вот эти вот два пыптика в разных местах, ну и контакт, бывает вниз, бывает взад, бывает здесь сбоку вот этот контакт, поэтому обратите на это внимание. Заказываем, ставим, и будет вам счастье. Будет работать, полностью отрабатывать. Поэтому заказываем просто в интернет-магазине или там, где вы всегда заказываете, если у вас есть такая привычка. Ну или просто щетки для стиральных машин подбираете или по виду, или смотрите, спрашивайте менеджера, или смотрите в списке, есть ли там модель вашей стиральной машинки. И тогда сможете поставить. Все. Я думаю, что это все. Возможно, я сниму еще видео, когда она уже будет работать. Но, собственно, тут все понятно. Поменяем, и будет работать. Ну, не было у меня такой ситуации. Всякое бывает, конечно. Но думаю, что 99%. Ну что же, вот пришли такие щетки. Они такие вот должны быть по длине. А вот такие были. Еле дотрагивались, поэтому уже и не могли раскручивать барабан. Сейчас ставим на место, закручиваем в штатное отверстие, подсоединяем, как было, к клеммам. И будем пробовать. Думаю, что это как раз решит всю проблему. Ну, оставится, как обычно, просто откуда сняли, туда и ставьте. Проблем не должно возникнуть никаких. Вставляем на его родное место. Уже достаточно темно, но я включил на отжим. Все отжимает, крутит, скорость набирает. Стиральная машинка отремонтировала. Всего, что нужно было сделать, это поменять щетки. Всего доброго. Видим, что все несложно. Подписывайтесь на канал. Увидимся на канале.